В Люберцах производят вездеходы на шинах сверхнизкого давления. Компания «Трекол» работает на территории городского округа уже 35 лет и на сегодняшний день считается одним из лидеров своей отрасли. Научно-производственную фирму посетила съемочная группа нашего телеканала. Эта техника способна работать в самых разных условиях. В труднодоступных районах, заваленных снегом, заболоченной местности и на песчаных просторах. Настоящая находка для геологических разведок, добычи газа или экспедиции на Северном полюсе. Для каждой, даже самой труднодоступной локации найдется свой уникальный трекол. В основном у нас есть наша серийно выпускаемая линейка, но при этом мы индивидуально подходим к каждому заказчику, учитываем его интересы, его специфику работы и готовы дополнительно разработать под нужды заказчика какие-то индивидуальные проекты. Изюминка вездеходов – большие колеса с шинами сверхнизкого давления. Этот элемент разработали и выпустили специалисты научно-производственной фирмы. Вскоре особенности конструкции были запатентованы в России и других странах. Первые разработки были еще внедрены в 60-х годах. То есть это целое поколение инженеров-конструкторов, которые сохранили технологию, изначально разработанную в Советском Союзе, и, конечно, довели ее до совершенства. Но самое главное, что у предприятия серьезные планы по развитию. Мы обсудили вопрос поддержки и предоставления земельных участков для того, чтобы построить новые цеха, выходить на новые объемы. После сборки каждый вездеход проходит заводские испытания на специальных полигонах. И только после успешного тест-драйва техника отправляется к месту назначения. В прошлом году компания выпустила около 400 машин, способных преодолеть любые препятствия. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.